It's driving me crazy. Итак, друзья, я купил броню, о которой говорила мне эта девушка, и сейчас мы ее будем применять на силовую броню, которая без силовой брони они просто не работают. Давайте попробуем. Так, модель Б, какой-то окраска рыцаря. Нет, давайте модель Б. Так, дальше. Голова. Тоже модель Б. Я только не понимаю, как это надеть вообще. Модифицировать, что ли? Или выбрать надо просто? А, левая нога, левая рука. Как это все надевается вообще? Сделать модель А? Что это будет? If dumb and ugly had a child, it'd be a super mutant. Может быть, нужно ядерный блок вставить? Вообще, можно это забрать-то, нет? Как бы. Так, сейчас посмотрим. У меня, в принципе, все осталось. Надо как-то это все только надеть. Но я боюсь, что я не смогу телепортироваться. Так, оружие. Что ж так все сложно-то сделали, а? Чтобы надеть броню, нужно какую-то силовую броню таскать и так далее. Ну, придумали. Так, стоянка грузовиков, Sanctuary. Но я думаю, сейчас нам не дадут телепортироваться. Да, слишком много вещей. А как я утащу-то вообще? Сколько я могу таскать? Давайте посмотрим. Может быть, состояние посмотреть? Как посмотреть, сколько я несу, интересно, а? О! Стример, ты просто секси. Обожаю тебя. Зайка, спасибо большое. Спасибо, спасибо, ребят, за донат. Зайка, тебе персональный привет. Раньше можно было как-то посмотреть на то, сколько мы предметов несем, а сколько можем нести. А сейчас перегруз, по-моему, перебор вообще. Просто посмотрите. У меня перебор просто нереально большой. То есть, если я здесь не надену силовую броню, прямо здесь, то по большому счету печалька будет. Я просто все зря приобрел. Какого серебряного игрока посвящаешь до первых сидов? Супер, так есть на моем канале YouTube, посмотри поиск по видео, сделай инструкция НБА. И там есть инструкции по поводу игроков и всего остального. Я все инструкции выложил на YouTube. Дружище. Это только что у меня зеленым горело. Да я в курсе, да, вот сейчас я уже видел это. Во-во, да хорош уже, ребят, не мешайте мне, во, войти. Во, войти, все нормально. Так, ну теперь можно одеваться, да? Смотрите, все наделось. Левый... У меня две брони. Зачем? Зачем мне две? Мне вообще это надо? Сколько часов уже проиграл мне? Не знаю, наверное, под 20 уже.
Интересно. И это все работает сейчас? То есть я могу так бегать, и нормально все будет, да? То есть можно идти и сражаться, да? Со всеми. Ребят, я передаю привет Зайке. Она вот молодец. Зайка. Так, ну что там у нас? Я просто думаю, стоит ли тратить силовую броню, может быть, ее просто снять пока. А потом, соответственно... Давайте ее снимем. Вообще можно, нет? Сохранить весь хлам, может быть, сохранить или выйти. Не знаю, выйти, может быть. Как броню снять? Сообщения не проговариваются почему-то. Почему? Сейчас попробуем. Have you ever fired a minigun? Choose through ferals like paper. Все заработало? Сообщение. Баг какой-то был, что ли, или что? Видимо, баг в прошлый раз был. Поехали. Давайте броню сохраним. Как это сделать, только я не помню. Сохраняйся, сохраняйся. Как же тебя оставить-то, а? Как-то можно же, ребят, да, то есть сохраниться. Вот как-то должно это быть, как-то должно это работать. Может, из брони, но вообще как-то из брони выходит, я точно знаю. Слушайте, как-то зайти в броню дали, а выйти не дают почему-то. Ну это вообще парадокс, конечно. Использовать, может быть, как-то. А, удерживать X. Все, удерживаю, все. Давай. Сейчас посмотрим, сохранились ли все вещи на мне. Смотрите, я все равно не могу ходить. Я просто не понимаю, как тогда использовать эту всю броню. Вообще, честно говоря, не понимаю теперь уже. Предметы, да? Предметы, и у меня получается одежда. У меня получается все это с собой таскать. Как я это буду носить на себе? Это же нереально просто. Черт. Есть идеи, ребят? Как это все сохранить здесь? А я зачем сел-то туда? Дансу это понравилось.
вообще не понимаю. Почему-то в Fallout все как-то вот так вот сделано, знаете, для задротов. Get lost. Может быть, она сейчас с этой силовой броней вообще какая-то фигня полная. Продай ее на себе. А я в курсе, что на себе носить нельзя. Можно ли ее сохранить вот здесь вот? Я просто не понимаю, зачем я тогда купил. Можно ли ее сохранить вот здесь вот? Как это сделать-то? Мои предметы, силовая броня. Но тут уже все стоит, это понимаете? То есть вообще получается, что мне это не надо. Я просто бабло потратил, да? Вот так вот. Давайте я попробую загрузиться все-таки. Так, сегодня какое число у нас? 17-е же, да? Получается, я сохранялся вчера. Да, 16 числа надо сделать вот здесь вот. Для другой. Ну, то есть, я, получается, могу взять эту силовую броню и просто уйти. Бесплатно будет, понимаете? Зачем мне было все это покупать? Дес, привет. Непонятно вообще. Ты меня развел лошочек на бабло, понял? Чувак. Я ведь могу это взять? Какая-то из них точно, короче, я имею право взять. Я уже это понял. Вот, вот эту я могу, короче, взять. Все? Все, бесплатно вообще, for free. Круто. Все, поехали на задание, ребят. Хватит уже фигней заниматься. Итак, поговорить с доктором Амари, наверное, все-таки, да? Нет, с Кентом Коннелли поговорить, наверное, да, все-таки? Сейчас посмотрим. Или с Амари. Ну, давайте сюда сходим, хорошо. Хотя мы же еще не закончили, да? Вот без пощады, да, встретиться со старейшиной Мэксоном. Давайте посмотрим, где это находится. А, со старейшиной Все, понял. Сейчас мы с ним встретимся и отсюда уйдем. Давайте на этом здесь закончим. Кстати, я думаю, что с этой штуковиной бегать можно будет получше. Где старейшина? Он же вроде бы здесь должен быть. Ребят, где он находится-то? Может быть, ниже где-то? А где Максел-то? Вау. Чувак, где же ты? Может быть, здесь? Такое ощущение, что он убежал куда-то. Просто взял и убежал. Слушайте, да, зря. Здесь его тоже нет. Долгие загрузки все-таки этих маленьких уровней. Хотя нет, вот этот уровень был большой. Сейчас то, что там на палубе происходит, там, конечно, минимум. Так, я из-за силовой брони чувствую себя каким-то неуклюжим очень. Где он находится, интересно? Он же где-то здесь должен быть, по любасу. Вот там вот обычно тусит. Давайте по карте посмотрим, может быть, здесь написано где-то. Вот, встретиться со старейшиной Максом. Ну, вроде как бы там где-то он находится. Давайте выйдем отсюда.
И где же ты, друг мой? Где ты? О, так прикольно, капельки, посмотрите, по шлему идут. Такого не было раньше. То есть пока я не надел силовую броню, этого не было. А сейчас надо найти этого Максвелла. Странно, где он находится? Может, здесь? Да, здесь. Точно. Are you ready for your next assignment, sister? Yes, Elder. Good. Let's get right to it then. Shall we? Take a look over there. That's Fort Strong. And it's infested with super mutants. Having those aberrations of nature close enough to smell is making me sick to my stomach. To make matters worse, they're sitting on top of a massive stockpile of Fat Man shells we could use in our campaign. I want you to head over there. Wipe out everything that moves. And secure that stockpile. Understood? Ты за кого? За содружество или за братство? Ну, проблема в том, что я ни за кого пока. Я не знаю. Пока рано меня так о таких вещах спрашивать. Скажем так, на нейтральной территории пока. Так, супермутанты, снаряды для толстяка, трата времени. Так, ну-ка. Fat Man launcher is an essential part of the Brotherhood arsenal. It's a miniature nuclear payload in a manpower form. A squad of troops armed with one of these is virtually unstoppable. You ever have the pleasure of firing? Allow me to give you a word of advice. Don't fire one of them in close quarters. There won't be enough of you to bury in a shoebox. Is that enough to go on? Super mutants. I thought the enemy was the Institute. Super mutants are no better than sense. They're a reminder of man's folly when it comes to whether it's using biochemistry to manipulate genes, or trying to create life from a bunch of circuits. It's the wrong path for science. As members of the Brotherhood, it's our sworn duty to exterminate these abominations in every form. So, can I count on you to get the job done? Consider it done. Look, I realize you're eager to take the fight to the Institute. But it'll have to wait. The Brotherhood cannot allow those abominations to have a nuclear arsenal at their fingertips. It'll be a pleasure to exterminate that mutant filth. Now, we have a vertebrate on standby, fully armed, and ready to depart. Use it to carry our message to Fort Strong, and wipe those dirty mutants from the face of the earth. Dismissed. Ну что за брюлка? Подписка есть? Так, ну что, пойдемте по заданию тогда. Мне нравится задание. Так, сесть в боевой вертокрыл, да, погнали, сядем. Я не знаю, как я бы выполнял это задание, не взяв эту броню, если честно. Я думаю, это было бы перебор вообще. А почему нельзя на вертолете это выполнять? Мне кажется, лучше его на вертолете выполнять. Это нелогично, да, сухопутные операции его делать. А мы лететь будем, нет? Thanks. Ого. Очень хотелось бы с вертолета зачистить территорию. Но мне кажется, не дадут. То есть, проблема в том, что технически игра... О, что, неужели это ходит там кто-то? Где? Она может перегреться, нет? Ой, я чувствую, там будет сейчас замес, а?
Это самая крутая пока миссия. Нам дали возможность все-таки с вертолета ее выполнить. Это очень круто. Это большой плюс игре. Давай, защищай. Где еще, где еще, где еще? Класс. Просто супер. Да, на YouTube, конечно, выложу все это, естественно. Ну что? Что дальше? Что от меня требуется? Неужели мне скажут выходи? Чувак, что мне надо делать? Сейчас посмотрим задание. Зачистить арсенал базы Форд. А, все, выходим, да? Как выйти? А, все, вижу. Мне очень нравится небо. Стримы по НБА? Алле, а тебе мало что ли на Ютубе видео? Я не понимаю. Я уже настримился на год вперед, дружище. Игра полное говнецо. Зачем мне играть? Не понимаю. Тебе саму-то не надоело еще эта помойка? Альфа-версия игры. Так. Все самое лучшее появляется на YouTube. На YouTube. Учись экономить время. То есть ты пойми правильно, прямые эфиры, там половина мусора вообще всегда. Я, конечно, стараюсь этого не делать, но вообще обычно бывает так у многих. Я стараюсь просто все самое интересное выкладывать на YouTube. То есть ты можешь зайти на YouTube и посмотреть все самые интересные матчи, которые были. Ты наверняка не все видел. Я уверен в этом просто. На 100%. Нет, я тоже жду патч. Я без патча даже играть не буду в эту фигню. Понимаешь, это нереально. Игра заточена под даунов. То есть для людей, которые играть не умеют, просто умеют кнопки нажимать, понимаешь? Но это неинтересно. Хочется нормальную игру, где скилл будет решать. Так. Плазменный пистолет плюс. Интересно. Лапа когти смерти. Металлическая броня для левой ноги. Долго буду ли я стримить? Еще где-то, ну, чуть больше часа буду, да, еще. Мы где-нибудь в 7 часов будем заканчивать, закругляться уже. Место красивое. Ну, молодец, Олег, поздравляю тебя. Да, я думаю, что когда патч выпустит, который пофиксит краску, Богда очень сильно сольется сразу же вообще. Он все, что он умеет, это бежать под кольцо и забивать там. То есть, я не думаю, что он обрадуется новому патчу. Там, ну, если его, конечно, нормально выпустят, пофиксят эти дурацкие чизы в краске, то, конечно, печалька будет для него. Некоторые точно не заинтересованы в этом. Ну или те, кто постоянно через пик-н-ролл играет, онли.
тоже могут не обрадоваться. Так. Нам, наверное, сюда все-таки, я так полагаю. Я в курсе, да, ребят, что в DLC для Fallout 25 баксов. Я не уверен, что я буду в них играть. Если дадут бесплатно, ну, поиграю как бы. Нет, значит нет. Ух ты, пушки старые, добрые. Ну, Алле, это особенность игры такая. Ничего не поделаешь. Ой, что-то было. Слышали? Что такое? Там же мутант какой-то, это же мутант говорит. Большой мишка. Сейчас будет замесь. Окей, потанцуем. Классно попал. Пока на критический урон не тяну, конечно. О, неплохо было. Они тоже, кстати, прокачаны все, обратите внимание. То есть у мутантов почему-то хорошая броня появилась. Они обычно без брони бегали раньше. Ладно, паладин Дэнс, я думаю, там разберется ведь, правда? Да ничего, пока полезного нет, паладин. Сори. Там такое ощущение, что там кто-то убежал один. Собачатина? Лампочка? Зачем мне лампочка? Жевательные пластинки, планшет, пластиковая тыква. Ладно, давай с двух сторон его чпокнем. Так, крышка, патрон. Что-то я с такого расстояния, наверное, вряд ли попаду. О-о-о, вообще печалька. О-о-о, там ребят-то дофига, на самом деле. Кажется, одному точно не повезло. Двоим. Так, что у нас здесь? Алюминиевая канистра. Ну, я думаю, вряд ли в ней что-то есть интересное. Никита, привет. Лоу. Предохранитель. Ментаты. Так, я в принципе уже вижу, куда идти. Надо прочекать только вот эту комнату. Ну, тут походу ничего нет. Обгорелая книга. Она может что-то вообще давать? Виски. А вот виски могут, наверное, нет? Блин, я что-то есть захотел опять. Кошмар какой-то. Почему все время жрать хочу, когда стримлю, а? Мне кажется, из всех... Опа-па-па. Из всех... Из всех спутников, которые только можно придумать, самый полезный — это Paladin Dance.
Он наиболее эффективно стреляет. Я не знаю, можно ли его постоянно с собой таскать. Если можно, я, наверное, буду его с собой брать. Потому что он реально, реально крутой. Ладно, возьмем один. Ключ. Привет, ты ссылку кинул на игру Ди Каприо? Нет, позже, когда видео в YouTube выложат. Не нервничай, ты мне говоришь, я не нервничаю. Я нервничаю только в одной игре. Только в одной, это НБА. Так, вам будет труднее обнаружить в режиме скрытного. Ух. Так. Рапорт, да, всякие? А что с ними произошло? Давайте в последнее прочитаем. Со временем все спутники лучше станут, если их снаряжать крутым шмотом. Например, ты имеешь в виду броню или... Или оружие. Если снаряжать оружием, то нужно давать постоянно патроны, логично. Я просто боюсь разориться на патронах. Мне бы не хотелось постоянно им подгонять патроны. Я бы с удовольствием оружием поделился, если бы они патроны сами дыбали где-нибудь. Так. Сложенный американский флаг? А зачем он? Не знаю. Ладно. Потом, я думаю, продадим. Мы отсюда пришли. Нет? Разве мы не пришли отсюда? Ну, это очень странно. Мне кажется, я так обошел здание, и все, как бы. Толком перебил там всех мутантов, ничего не подобрал. Проверим. Зачистить арсенал базы Fort Strong. Ну? Я не зачистил его. Слушайте, я не понимаю, мне кажется, звук ужасный. Вы молчите. Мне что-то со звуком не то. Сейчас проверим. А, ну конечно, у меня микрофон. Вот сейчас должно быть нормально по микрофону, по звуку. Никаких искажений, я надеюсь. Мне сейчас хорошо слышно?
Можно чуть-чуть прибавить, но я не уверен, что так будет лучше. Давайте так оставлю все-таки. У меня сегодня что-то с микрофоном случилось. Я не знаю, может, благодаря играм, которые запускал. А вы все молчите. Сейчас должен быть звук более естественный из микрофона идти. This area seems to be in disarray. Прибавь чего? Прибавить что, ребят? Плохо что-то, что ли? Мне кажется, сейчас должно быть более натурально все. И более правильный баланс звука игры меня. Нет? Разве? Бейсбольный мяч? Так, подождите. Зачем меня туда постоянно ведет? Чуваки, кто проходил эту миссию? Почему я это дурацкое задание никак не пройду? Я же вроде все сделал уже. Все здание зачистил, я не понимаю. Чем от меня надо? Зачистить арсенал базы Форт Стронг. Ну и? Ну я зачистил. Я не понимаю, что им надо от меня. Может быть, там нужно последний этот взять, какое-то оружие бестолковое. Давайте возьмем его, хорошо. Там оружие же было какое-то. Во, вот оно что. Теперь я все понял. Погнали, паладин. Наконец-то. Так, серебряные карманные часы. Техническая документация. Не знаю, вроде ничего не дает. А, задняя нога робопони лютик. Нет, спасибо. Так, кресло. Я вообще удивляюсь, как я первый раз этот, ну не первый, даже два раза не заметил этот лифт. Это вообще удивительно, конечно. Интересные приборы. Комбинированный ключ, а зачем он мне нужен? Верстак для создания брони. Я думаю, что он мою броню он точно ничего не сделает с ней. Так, а это что такое? Радикс, отлично. Что такое? Кто здесь? I'm son of a bitch. Вниз надо идти. Мне кажется, вниз. Потихонечку. What's that? Ой-ой-ой, вот этого сначала. Вот этого, да. Отлично.
Отлично, хорошую позицию заняли. Пускай сами бегут. Интересно, а чистящее средство образка как-то можно использовать? Вообще, я просто не знаю как. Чувак, иди разберись. Ну-ка, можно поговорить с ним? Говорить, обмен. Нельзя его как бы агрить, видите, в чем проблема? Ну, это не проблема, конечно, но... Было бы здорово, если можно было бы ему сказать там что-нибудь. Типа, иди там, подерись. Нет? Keep your safety off. Whoever or whatever created this mess might still be around. Привет, Клинери. Спасибо за донат в прошлый раз. Ты молодчина. Так, стоп. Ну-ка, давайте в тулу еще. О, пойду-ка я отсюда, пожалуй. Вот это было жестко очень. Найс. Молодец, Полин. Не, ну слушай, ну жестко мочит прям вообще. Чересчур. Вау. Да я так отгреб, что ли? Фу, все зачистили. Ну, без силовой брони, я думаю, что я бы просто помер тут. Изи вообще. Клинрин, или как... Ты бы вот написал лучше, как правильно твое имя читается по-русски. А то я все время сомневаюсь, правильно ли я зачитываю. Был бы... Правильно, напиши в чат по-русски. Прикиньте, не лень была, а? Пустая, сине-зеленая, расширяющаяся ваза. Круто вообще. Просто ваза нельзя? Зачем столько слов? Опять отчеты, слушайте, прям перебор. А мы должны это оружие забрать, что ли? Там какое-то оружие крутое. Я так случайно кинул гранату. Ну я даю вообще. Все время забываю, как оружие убирать, прикиньте. Просто все время. Они как-то странно сделали. Силинрин. Угу. Сколько тут? Неплохо. Кстати, реально, после последнего патча, который вышел, 1.03, графика в игре и стабильность вообще FPS, она просто супер вообще стала.
нисколько там не соврали те, кто писали. Где-то читал, что игра почти как на ультра работает теперь на ПК. На ультра графике на ПК. То есть это реально круто. То есть мы... Вообще, если вы не проходили еще Fallout, то, наверное, самое время за него взяться. Вот после последнего патча он стал просто бриллиантовым. Хотя они еще наверняка выпустят. Отправят что-нибудь. Как туда сесть? Наверное, сверху залазить. А, вот здесь я был вообще, нет? Нет, не был. Стимуляторов столько. Классно. Наверное, здесь как-то вот я чувствую прям это. Опс. Нет, да? Ну, я так понимаю, что мы тогда валим отсюда и все. Поговорить с паладином Дэнсом. Окей, я готов всегда поговорить. К разговорам готов. Будешь... Баллер, привет. Когда выпустят патч, который исправляет самые дичайшие ошибки, да, буду играть. А так на ютубе же постоянно новые видео выходят. Смотри, наслаждайся. Все, что было лучшее в этом году, все на ютубе появится, ребят. Вы не могли смотреть все мои стримы, это очевидно. И лучше наверстать упущенное на ютубе. Туда все лучшие игры попадают. Еще далеко не все выложены. Напоминаю также, что есть второй канал YouTube. Там тоже много интересных игр. Поэтому подпишитесь на оба канала YouTube. В описании есть ссылочка на оба канала. Если вы не найдете, напишите мне, я вам скажу. Окей. Excuse me, Paladin Dance. Look at this place. You must hate these mutants as much as I do. Absolutely. Wiping them out was a pleasure. I wish all of mankind shared your sentiment. These monstrosities are just another example of man blindly taking a step forward, only to wind up stumbling two steps back. I've been fighting for years, trying to put a stop to this madness. And just when I thought we were getting the upper hand, along come the synths. I've seen what these super mutants do to people. Can you imagine what the synths would do to us if they ever got the upper hand? It would be Armageddon repeated, and maybe the end of everything that we hold dear. Look, I don't mean to bore you with my rhetoric. I just want you to understand how important these missions are. Makes sense. Anyway, that's enough of that. What's important here is that you got the job done and secured these warheads. You should head back up to the Pridwin and talk to Maxon. I'm sure he'll want to debrief you as soon as possible. Dismissed. I think you should stay on point. Your instincts. Ну что ж, хорошо. Баллер. А ты услышал то, что я сказал про YouTube-то, нет? Дружище. Ребят, не забывайте тоже подписываться на второй канал YouTube. Я, наверное, даже не знаю, может быть, даже продолжение Fallout туда буду выкладывать уже, потому что слишком много серий будет. Я обычно выкладываю на второй канал, если много серий получается чего-то. Так что, ребят, это последняя серия, если вы смотрите Fallout на YouTube, все остальные будут выложены на второй канал YouTube. Подпишитесь обязательно туда, ссылочка есть всегда в описании к видео. Не забывайте это делать. Если что, он называется портал Gamers TV. Что, концовку уже нет еще пока? Я так понимаю, что до концовки идти. Так что вот. Вот знаете, с одной стороны, как бы... Я вроде бы ругаю игру эту Destiny,
Но с другой стороны, если бы Fallout'у такая же боевая система, как Destiny, блин, это было бы, конечно, очень круто. Потому что, к сожалению, боевка здесь говенная, надо честно сказать. Вот. То есть она какая-то жутко унылая, я не знаю, как это объяснить. Мне Destiny не нравится тем, что там сюжет унылый вообще. Он какой-то, не знаю. Ну, то есть сюжетная линия какая-то и вообще смысл мотивации играть нет лично для меня. Она отсутствует как класс. Но при этом боевка, она среди RPG вообще самая лучшая. То есть так классно боевку еще никто не делал. Вот. Так что, ну как бы я не знаю, почему нельзя это все объединить. Сделать такой же какой-то нормальный сюжет. Ну, в Fallout тоже, кстати, он не бриллиантовый, конечно. Не самый лучший, но тем не менее. Ну, как бы сделать нормальный сюжет, боевку Destiny, это будет просто игра вообще всех времен. Но почему-то этого не происходит. Хотя вроде бы разработчики говорили, что они как раз-таки при создании боевки ориентировались на Destiny. Ну да, наверное, ты зубрил, как тебе, ты он или она, я не знаю. Наверное, ты прав, если ты парень. Вот, потому что... Ну, хочется чего-то другого, понимаете? Я не знаю, как-то нет вот какой-то такой вот перчика какого-то не хватает, что ли, я не знаю. Как это объяснить вам? Какой-то приправы в игре нет, то есть какой-то атмосферы, что ли. Вот мы вроде бы выполнили задание, да? Но я почему-то не кайфанул от этого. Матвей, привет. То есть... Чего-то не хватает, вот я не знаю чего. То есть ты как бы монстров побил, но во-первых, самое интересное, что это все одно... Вот, я понимаю, почему теперь до меня доходит, короче. Проблема в том, что все перестрелки однообразные. Я даже не знаю, где, а в какой игре они не однообразные, например. Ну, взять... А, кстати, самое интересное вот что. Взять, например, Doom. Первый и второй Doom, например, да? Там каждый, наверное, каждый уровень, каждая схватка, она уникальная по-своему, в своем роде. То есть, кажется, ты, казалось бы, одних и тех же монстров мочишь. Ты пользуешься зачастую одним и тем же оружием. Но обстановка, в которой ты это делаешь, она не ограничивается только каким-то вот... Либо полностью открытым пространством, либо полностью закрытым в какой-то комнате. Тебе не нужно жать ватс, например, тебе нужно как вот оно по-другому воспринимается. Какие-то еще игры приходят на ум. Да даже взять тот же Red Dead Redemption, там тоже каждая схватка уникальна по большому счету, особенно если не пользоваться автоприцеливанием. Не знаю. Нет, Call of Duty это вообще не вариант, это залупа вообще полная, ребят, не вариант. Ну вот, так, сарказм. It was a piece of cake. I'm glad you feel that way, because it only gets more difficult from here. In order to bring the Institute to its knees, we need to use every weapon at our disposal. I try to supply my soldiers with the best. That's why I'm giving you these. Signal grenades can call a vertibird to your location when you need aerial transport. Simply throw one to the ground, and the vertibird will hone in on the unique electromagnetic smoke it emits. Once you're aboard, use the map on your pitboy to interface with the pilot's navigation system, so he'll be able to take you wherever you need. Will the vertibird stay and help me fight? I'm afraid I can't spare a fully armed gunship for this task. A standard transport will have to suffice. Of course. Nothing stopping you from using the door gun while in flight.
best weapon for survival out here is a pocket full of caps. Signal grenades are usually reserved for our paladins. In your case, you should be grateful that I'm making an exception. Now, I'm sure you're aware that Fort Strong was simply the first step towards the liberation of the Commonwealth. An even greater task lies ahead. By now, I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team. According to our scribes, the reading indicated a level of technology that only the Institute could achieve. The moment this information came to light, our mission became clear. The Institute, and everyone responsible for the creation of the synths, must be eliminated at all costs. To accomplish this goal, we need to locate the Institute's headquarters. I've had our scribes meticulously searching the Commonwealth, but they've come up empty-handed. Sounds like you're gonna have me crawling through the sewers now. It could be the sewers, the transit tunnels, or maybe an old vault. We just don't have enough information right now. I want you to get out there and become our eyes and ears on the ground. You seem to have a vested interest in locating the Institute before we met, so I'm confident you'll travel in the right circles. If you discover a way in, I need you to report it to me immediately. Any questions, Knight? Aren't there any pre-war records about the Institute that might help us? Our records indicate that the Institute was born from the remnants of a pre-war educational facility, the Commonwealth Institute of Technology. The ruins of the facility are at the center of the city, but we've already searched them thoroughly. The location appears to have been abandoned long ago, so it appears that the trail ends there. Anything else, Knight? What about those energy readings Paladin Dance's recon team detected? Our scribes are confident that the energy readings are from Institute Technology, due to the unusually high frequency. But the source is unknown. We're still detecting them on occasion. But by the time we send a team to investigate, they disappear. Just watch your step. I wouldn't be surprised if the energy reading were caused by some type of Institute weapon. Is there anything else? Any suggestions on where I should look next? I'd pursue your lead regarding Dr. Amari. I'm not certain if she's a crackpot, or if she can genuinely assist your search. But our sources say she has some interesting technology at her disposal. Anything else, Knight? Not right now, Elder. Very well, then. Dismissed. То есть нам нужно с Амари сейчас поговорить, что ли? Надо же. Надо в хоррор играть, где все исследователи. Ну, хорроры некоторые сейчас, да, он сейчас на подъеме. I'm sure you've deduced that our arrival in the Commonwealth wasn't coincidental. We're here because of a unique energy reading recorded by Paladin Dance's recon team. According to our scribes, the reading indicated a... Разработчики делали так, как они это видят, не видят они для себя лично, не для тебя игру лично. Понятно. Getting a bit of a twitch on Prop 3. Пола тоже играю, только уже надоело. Ты прошел сюжетку или нет? Что купить, Xbox One или PS4, если не смотреть по эксклюзивам? Если по эксклюзивам не смотреть, тогда, конечно же, PS4. Мультиплатформа там лучше уже теперь. Ну, как лучше, она чуть-чуть лучше. Чуть-чуть, но лучше все равно. Так, лётная палуба... Подождите, мне наверх надо, на самом деле. А, зубрилка, может быть, ты в курсе? Раз ты такой прошаренный весь. Долго ли мне еще до окончания сюжетки? Я прохожу только сюжетку, я стараюсь не трогать побочные миссии. Мне интересен только сюжет. Я хочу понять, насколько я далеко от окончания его. Просто если его надо еще 100 часов проходить, то это, конечно, есть повод задуматься о том, надо ли этим вообще заниматься. I'm not sure. Да нет, что, да нет, недолго еще осталось? Примерно сколько, дружище? Блин, а где там эта фигня была? Put two in the head and they'll stay dead. Advice to live by.
Так он человек за два дня прошел, значит, если человек прошел игру за два дня, значит, она проходится, ну, максимум за 40 часов. Логично же? В теории. Опс. Ой-ой-ой-ой. Это что такое? Это фейл какой-то. Не, ну ты примерно скажи, сколько примерно проходить еще. Примерно. Меня только сюжет интересует. Я не могу понять, где эти... Как они? Хрень какая-то вообще. Пачка сигарет. А, это комната Максона, что ли? Фак. No way to pick this. Нет, я в курсе, что... Виктор, спасибо. Я в курсе, что если... играть прям вообще постоянно все побочки там и так далее, что это надолго. Но я умираю не так часто, к счастью. It sounds like we owe you our gratitude. Я хочу починить броню, зайти. А, вот здесь же, это точно. Отлично, это здесь, да. Как бы мне научиться пользоваться станцией обслуживания брони, интересно, а? Как это починить-то вообще? Я не знаю. Виктор, так куча игр скоро выйдет, понимаешь, в чем проблема, друг мой? Как, ребят, починить его вообще, не понимаю. Че, Тошенька, ты хочешь поздороваться, наверное, с ребятками, да, пришел? Тут Капитошка пришел, он всем привет передать, ребят. Сейчас поздороваемся. Так, сейчас, подожди. Стой рядом со Скадычине. Так, Капитош, иди сюда. Иди к нам. Передай всем привет. Скажи, ребята, привет! Ребята, привет, скажи. Ну, Капитошка, ну иди сюда. Ну, что ты такой вредный-то, Капитон? Ну, ну, передай всем привет. Вон туда, вон там камера, чувак. Вон там. Ну, котяра. Котяра. Ну. Давай, залезай сюда. Вставай рядом со стакадой и чини. Как кнопка-то есть какая-нибудь вообще, я не понимаю. On a death claw without backup is a great way to get yourself killed. Какой это вот эстакада рядом с которой я стою или что это такое? Или это не эстакада? Где эстакада вообще? Станция обслуживания брони. Это не эстакада. А эстакада где? Synths are replacing humans with exact duplicates? Makes me sick.
Почему тут все так сложно? Почему как-то попроще-то нельзя? Что такое эстакада вообще? Ну не объясните. Вот это эстакада или нет? И как чинить? Repair bay. Так, сейчас посмотрим. Our vertebrates should give us the air superiority we need to win this war. А тут где-то тетка это была, помните? Прошаренная. Это не она случайно? По-моему, нет. You know those synths with the plastic faces? They creep me the heck out. Oh god. Mole rat on a stick was a really bad idea. Excuse me. Пожалуйста. А где-то тетка, а он как-то на А ее зовут. Ой, елки-палки. На А как-то зовут ее. Чуваки, как это делается? Как починить рядом со эстакадой? Мне не получается. Кто-нибудь объясните мне. Ну как это делать? Как? Так ты кто? Ты кто? Excuse me. If you run into any sense, shoot to kill. We don't take prisoners. If it was up to me, I'd take every feral, mutie, and synth and shoot them into space. You think the Commonwealth looks bad? Что-то чат замолчал. Что с чатом случилось, ребят? Сейчас перезапущу, может быть, он глючит как-то. Проблемы какие-то. Чуваки, короче, как это делается? Давайте, рассказывайте. Вот я стою, да? Сейчас вылезу. Дальше что? Что я не так делаю? Может, использовать ее? Вот. Так, убрать, модифицировать. Чего, модифицировать-то как? Как чинить? А, чинить нельзя, видимо. Видимо, все окей, что ли, да? Смотрите, у меня, по-моему, проблем уже нет никаких. По-моему, все окей-доки. А, все, 100%. Let's go. Так, ребят, там какая-то женщина была, короче. Я не помню, как ее зовут. На А как-то ее зовут. С доктором Амари. Во, поговорить с доктором Амари. Да. Где он находится? Так, стоп. Показать на карте. Где доктор Амари? Здесь?
Почему нельзя? А, я еще не был в этом месте. Виктор, давай, ага. Давайте выйдем отсюда. Пришел кот, тут шерсти мне натряс. Молодец, котяра. Что скажу еще? Молодчина. Почти пристрелил. Почти пристрелил главную надежду человечества на спасение. Так, поехали. Давайте заберем. Ну что, ребят, еще полчасика поиграем, да я буду закругляться. Сегодня вроде неплохо так Fallout погоняли. Это что такое вот это вот? Ребят, что за пердолет? Нас такое будет полетать, нет? Дадут? Что за фигня? Странная штука вообще. Советую некоторые побочки выполнять. Шмот могу и крутой дать. Сыграй Хроники последних дней, куда интереснее. Так я уже давно прошел эту игру, дружище. Еще в первый день, как только она появилась. Прохождение на ютубе давным-давно лежит. У меня даже есть тема из игры за предзаказ. У меня же там апгрейд есть, я забыл вообще про это, прикиньте. Такой вообще крутой пацан. А сейчас-то я правильно иду хоть? Да, правильно. Да, я здесь уже. Ничего себе, кротокрысы какие крутые. Скорее похоже на скрещенного какого-то бобра с крысой. Я, правда, не представляю себе, как это произошло, что бобер скрестился с крысой. Видимо, бобер поймал крысу и оплодотворил как-то так. Hey, hold up there. First time in good neighbor? You can't go walking around without insurance. Unless it's keep dumb assholes away from the insurance, I'm not interested. Now don't be like that. I think you're gonna like what I have on offer. You hand over everything you got in their pockets, or accidents start happening to you. Big, bloody. Accident. Time out. Someone steps through the gate the first time, they're a guest. You lay off that extortion crap. What do you care? She ain't one of us.
No love for your mayor, Finn. I said let her go. You soft, Hancock. You keep letting outsiders walk all over us. One day, there'll be a new mayor. Come on, man. This is me we're talking about. Let me tell you something. Now, why'd you have to go and say that, huh? Breaking my heart over here. You all right, sister? Да, все нормально. I'm fine. Thanks for taking care of him. Good. Now, don't let this incident taint your view of our little community. Good neighbors of the people, for the people. You feel me? Everyone's welcome. Of the people, for the people. Oh, brother. I can tell I'm gonna like you already. Just consider this town your home away from home. So long as you remember who's in charge. А почему у него черные глаза? Он какой-то инопланетянин, что ли? Нет, я, конечно, понимаю, кто он такой, Гуль, но почему у него черные глаза? Не знаю. Странно это все. Really weird. Whoever this Brotherhood of Steel is, I'm not buying that. Come in peace, Malarkey. Кустылька Гули вообще ужас. Красотка вообще. New face walks into my store, and you're not even screaming yet. All right. Так, ну что, давайте по заданию пойдем. Где она тут у нас? Где-то рядом должно быть. Капитан Космос. Наверное, здесь, да, ребят? What? You need something to take the edge off? Fred Allen, Hotel Rexford. He'll hook you up. Yeah? Что у тебя есть? Давай, покажи мне товар. Smell that? That's freedom. В убежище 84? Ты уверен, что именно 84? Dan Irma, but I'd never walk out on you. Amari's downstairs, you big flirt. Layers of Fear, конечно, так я же выложил прохождение на YouTube, разве нет? Пацаны с YouTube мне такие вопросы задают, хотя я выкладывал, по-моему, пару дней назад эту игру, подожди. Неужели не выложил? Я ее не выложил до сих пор. Фак. Как я мог так сделать? Ну, я отдаю вообще. Перчик. Да, давайте выложу прямо сейчас тогда. Что-то какая-то фигня вообще. Все, расшарил Layers of Fear. Как мне игра? Да так себе. Не очень. Это Майкл Десанто? Или кто это? Ребят, это Майкл Десанто, он выжил в постапокалиптическом мире. И торчит сейчас тут лежит. Загорает, видите, он привык к Лос-Сантосу. Лежит, наслаждается жизнью. Эй, проститутка, как дела? Here for Amari. She's downstairs. Oh yes. Хорошо. Nick. Let's go talk to Amari. Amari. Let's go talk. Dr. Amari? Yes. I take it this isn't a social call. Nice.
О! Так, нашли выпуск коробка веселья. А что он дает-то? А что он дает вообще? О, я тут поживился, это вообще неплохо. Nice place. Ой, зачем я ее взял? Это фигня полная. Мыло еще. Ужас как. Speak up now. Speak, speak. Сейчас, секундочку. Очищенная вода. А теперь поговорим. Доктор. It's time for you to reverse death itself. What? I wouldn't have put it quite that way, but it's true. We need a dead man's memories. Guy named Kellogg. Are you too mad? Putting aside the fact that you're asking me to defile a corpse, you don't realize that the memory simulators require intact, living brains to function. Technically, the corpse was defiled already. This dead brain had inside knowledge of the Institute, Amari. The biggest scientific secret of the Commonwealth. You need this, and so do we. Fine. I'll take a look. But no guarantees. Do you have it with you? Can't you say that like Dr. Frankenstein? Igor, fetch me the brain! Sorry. No. I will not. Now, do you have it? How much of the brain do you need, exactly? That is not an encouraging question. I suppose I'll have to make do with whatever you can find. Here's what I could find. What's this? This isn't a brain. This is... Wait, that's the hippocampus. And this thing attached to it? A neural interface? Those circuits look awfully familiar. I'm not surprised. From what I've seen, all Institute technology has a similar architecture. Nick's an older model synth. Is he still compatible? That's exactly what I was thinking. If we are lucky, it should hook right in. But even if this works, Mr. Valentine would be taking on a tremendous amount of risk. We're talking about wiring something to his brain. Don't worry about me, Amari. Let's do it. We should try plugging you into a toaster next. Fresh toast. It's nice to know that even when I'm about to have a foreign object shoved into my noggin, you find new horrible ways to laugh at my expense. Whenever you're ready, Mr. Valentine, just sit down. If I start cackling like an old grizzled mercenary, pull me out, okay? Let's see here. I need you to keep talking to me, Mr. Valentine. Any slight change in your cognitive functions could be dire. Are you feeling any different? There's a lot of flashes. Static. I can't make sense of any of it, Doc. That's what I was afraid of. The mnemonic impressions are encoded. It appears the Institute has one last failsafe. There's a lock on the memories in the implant. Tell me you have a way past this, Doctor. Let me think. The encryption is too strong for a single mind. But what if we use two? We load both you and Mr. Valentine into the memory loungers. Run your cognitive functions in parallel. He'll act as a host, while your consciousness drives through whatever memories we can find. Nick and I are gonna share a mind? I'm not gonna see him in any compromising positions, am I? Yeah, if a smart mouth was all it took to solve problems, we would have found your son by now. No. You won't have to worry about that. The only memories you'll access are the ones in the implant. All right. Let's get started. Just sit down over there,
And keep your fingers crossed. Да, забавно. Опция сарказм мне очень нравится. Да, до сих пор Fallout. Я не прошел еще. У меня было слишком много игрей. Это же пекари набросились на нее сразу же. Как просто оголодавшие. Не буду выражаться, кто. Так что нужно сделать еще раз. На консолях постоянно много игр, поэтому я еще не успел пройти. Вот между играми прохожу. Please stand by. Stand fucking by. Please. Initiating brainwave migration between the transplant and the host. Mnemonic activity coming from the transplant. It's degenerated, but it's there. We're going to load you into the strongest memories we can find. They might not be stable. Было бы здорово, если бы они их загрузили. О, если ролики будут, это круто. Я вот в RPG-шках больше всего по роликам скучаю. Здесь вот это унылое повествование сюжета через тексты всякие, это так утомительно вообще. Can you hear me? Ah, good. The simulation appears to be working, although the memories are quite fragmentary. I'll try to step you through the intact memories and hope we find one that gives us some clue to the Institute's location. There. This is the earliest intact memory I can find. Remember, you are experiencing these memories as Kellogg. This may prove disorienting at first. Что нужно делать? Просто смотреть, что ли? Серьезно? Балер, буду, когда выпустят новый патч, дружище. Я ж тебе сказал, смотри все лучшие серии НБА на Ютубе. На Ютубе же все есть, дружище. Я ж выкладываю лучшие матчи. Неужели ты все уже посмотрел? На обои каналы подписан. Да? Что делать надо? Кто-нибудь мне объяснит, что мне нужно делать? А, нужно. Вот, совмещается что-то. Я вижу теперь, вижу. Стоп. Короче, тут какая-то кикимора. Ее можно с чем-то совместить, типа. Но с чем? А, можно просто идти, не надо ничего совмещать. Окей. Turn down the goddamn radio. I'm trying to sleep. All five states have now signed on, which means that as of this moment. I was such a dummy back then. What did I know about how the world worked? I think now she wanted me to kill him. I should have. Instead, I ended up running away. I told myself I wanted to find somewhere out from under the thumb of the NCR and all their rules. But really, I was running from the guilt of not protecting her from Dad. Yeah, it doesn't matter now, though. Mom knew how it was. She wasn't soft, but, She loved me, in her way. And she protected me from Dad. That cost her more than a few beatings. I never knew what happened to her after I left. I didn't want to know. Not then.
People always hoping for something better. They usually end up with something worse. What's it mean, Mom? Nothing, Connie. People like to talk and hope someone else is going to keep them safe. Teacher at school said the NCR would bring back the good old days. Like before the big war. Don't you listen to that twaddle. I'm going to stop sending you if that's what they're teaching you. I'm going out. Where the fuck did you put my boots? Listen to me, Connie. You take this. You're old enough. You're the man of the family now. It's your job to protect us. Your father's useless, but you won't turn out like him. You're a good boy. And all that on the radio, all useless talk. The only thing that will protect you in this world is that gun in your hands. You need to learn to use it if you're going to survive. I will, Mom. I promise. I won't let you down. You've always been my good boy. This doesn't seem to be what we're looking for. There appears to be another intact memory close to you in temporal sequence. There. Try that one. Александр, на Gamers TV была новость про обновление, подробное, что там обновили. Such a dummy back then. What did I know about how... Dad was either drunk or not around. I guess he must have run with one of the raider gangs, but I never really knew what he did. Don't know why Mom was with him. Maybe at some point in his life he wasn't a complete asshole. Привет, МГ. I'm trying to sleep! А, что нужно сделать, я не понимаю. А, вижу, там еще одно. Вижу. The thing about happiness is you only know you had it when it's gone. I mean, you may think to yourself that you're happy, but you don't really believe it. Focus on the petty bullshit or next job or whatever. It's only looking back, by comparison with what comes after, that you really understand that's what happiness felt like. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now with the baby? Come on, Sarah. You've got to give it a chance. I finally got steady work with a good outfit. Nothing like that in the NCR these days. No, I'm not saying this was a mistake. I'm just... Are you sure these guys know what they're doing? They seem kind of green. I know. But that's where I come in. Just wait. In a few years, I'll be running my own crew. As soon as I make the connections I need. Then I can give you anything you want. And little Mary, too. I never worried about you before. Must be my mama instincts kicking in. Who knew I had those, huh? Come on, you're great with her. And you don't need to worry about me. Most of it's just running security for the she. A lot of standing around looking tough. Well, they sure picked the right person for that job. Listen, it's gonna be great here. See this? This is what's going to keep you and Mary safe. I promise. I know, Connie. I'm sure we're going to be really happy here. We are. You'll see. That's okay. I got her. Let's keep looking. I'll connect you to the next intact memory. It's gonna be fine. You'll see. But we don't know anybody here. And now with the baby? Come on, Sarah, you gotta give it a chance. Да, как идти-то? Так, может быть. А, вот, вижу.
How did you think this was gonna end, Kellogg? You thought you could just fuck with us, and we wouldn't fuck with you? Just so you know, they died like dogs. And you weren't there to help them. I found another memory to try. I'll connect you. Блин, ну мне гораздо больше нравится повествование, когда просто ролик показывают. Чего-то я сам хожу, что-то смотрю. How did you think this was gonna end, Kellogg? Не знаю. Как-то классическая форма повествования, она, конечно, лучше. Но она дороже немножко. Так, конечно, проще. Всякую фигню накидал там. Сам ходишь, смотришь. Гораздо сложнее же сделать нормальный ролик. Mind if we sit down? Suit yourself. So, I hear you'll take care of people's problems. Is that right? If you pay me. Oh, we'll pay you. And you'll do this all by yourself? That's right. We pay you when the job is done. Is that okay? That's the way you want to do it. So who do you want dead? Well, it's like this. There's his family. Lives down the creek a ways. Well, we seem to be getting closer. Try this next one. Vitaly... Я сомневаюсь, что это произойдет. Просто слишком сложно перенести StarCraft на мобилы. Если только они как-то что-нибудь такое сделают, прям дико упрощенное, может быть. Подождите, откуда я пришел? Это не туда ли, где я был уже случайно? О, там был уже. Вышел он там, что-то пиф-паф делал, нет? Mr. Kellogg, I'm glad you decided to meet with me. So, you're with the Institute. I wanted to see for myself if you really existed. We do, as you can see. What do you want? It's come to my attention that you've been rather disruptive of our operations lately. This must stop. I do what people pay me to do. If that's a problem for you, I can see only one way out. And what's that, Mr. Kellogg? If I'm working for you, there's no more problem. From what I hear, you can afford me. I don't think you fully understand the situation you're in. I think I do. Very well. B-748, initiate. Он крут. Impressive. We may have something to talk about after all. Getting warmer. One of these has got to tell us something. We're running out of brain here. There's one that looks mostly intact. Connecting now. Он крутой. Так это про нее, Сонта. Computers are still working. That's good. Checking through the logs. Hopefully it's... How's now the Institute's main operator in the Commonwealth? If they needed something done, they came to me. Wasn't usual for anybody from the Institute to come along on a mission, so this one stood out. They didn't know then who it was we were grabbing from the vault. Of course. Neither did they. Not really. Just find it. Pod C6. Down the hall near the end.
This is the one. Here. Open it. Is it okay? Almost. Everything's gonna be fine. Okay? Come here. No. Come here, baby. No. I've got him! Let the boy go. I'm only gonna tell you once. I'm not giving you Sean! God damn it. Get the kid out of here. Let's go. At least we still have the backup. Cryogenic sequence reinitialized. What's the holdup? I'm almost finished, Kellogg. I just need to confirm. Come on. All right, we're good. Even then, I knew it was a mistake leaving her alive. I understood that kind of revenge. No one better. But I was cocky enough to assume I could handle some soft, pre-war vault dweller, even if she somehow got thawed out. At least I know those Institute bastards will soon get what's coming to them, too. If she could take me out, they won't be able to hide from her for long. I'm sorry you had to go through that again. I found another intact memory. Whenever you're ready. Manual override initiated. Cryogenic. Manual override initiated. Cryogenic stasis suspended. Ну это уже интересно. То есть ее опять заморозили, получается, да, если я правильно понимаю? Is that your son? This appears to be a very recent memory. So, good news, I think. Wasn't my idea to settle down with the kid in the middle of Diamond City. I thought it was a terrible idea, actually. But it was one of the old man's pet projects, so here we were. Me and the kid, like a happy little family. I ended up kind of liking it. A reminder of what my life might have been if things had turned out differently. But there's no going back. I knew it was just temporary. It'd be back to normal business before too long. Wasn't my idea to settle down with the kid. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate plan of the old man's. Seems obvious now that we were bait for our friend from the vault. Timing couldn't have been an accident. It's not how the old man works. I wonder if he outsmarted me in the end. Another loose end tied up. Kellogg. It's okay. One of these days you're gonna get your head blown off just barging in here like that. Minimizing my exposure to civilians is a priority. Forget I said anything. So what? The new breed of synths could easily pass as human. Some of them did. But the coursers, they weren't built to blend in. They were killing machines, pure and simple. Smarter, stronger, and faster than almost any real human. I'm just glad they were always on my side. It's a big crisis this time. New orders for you. One of our scientists has left the Institute. Left? As in? He's gone rogue. Name's Dr. Brian Virgil. We know he's hiding somewhere in the glowing sea. Here's his file. Wow.
Some heads are gonna roll for this. Capture and return, or just elimination? Elimination. He was working on a highly classified program. No kidding. One of the top bioscience boys? Damn. So, I guess you're taking the kid back with you. Affirmative. Your only mission is to locate and eliminate Virgil. You're taking me home to my father? Yes. Stand next to me and hold still. Okay. Wasn't my idea to settle down with the kid. The new breed of synths could easily pass as human. This whole setup in Diamond City was part of some elaborate... X-688, ready to relay with Sean. Bye, Mr. Kellogg. I hope I see you again soon. Bye. Это как? Телепортируется, что ли? Это возможно? Teleportation. Now it all makes sense. Nobody's found the entrance to the Institute, because there is no entrance. Let me pull you out of there, as soon as you're ready. Holy crap. Вот это да. Okay, I don't know what kind of side effects the procedure might have had. No one's ever done this before. How do you feel? Next time I have to watch someone's life story, I want popcorn. Well, if you're cognizant enough to joke, I think we can safely say that you're out of critical condition. Are you ready to talk about what happened in there? You were along for the ride, weren't you? You saw what I saw. Yes, but it's important we review everything together, in case either of us missed anything. We got what we needed. The Institute uses teleportation to get in and out. Yes, their greatest secret has finally been revealed. But that only leads to more questions. How does it work? Where do we go next? What? You don't have a spare teleporter lying around. What kind of egghead are you? This is serious. No one outside the Institute could dream of making that kind of technology. Wait, maybe that's it. That memory about Virgil, their scientist who went rogue. If we found him... Привет, солдат. I like it. The memory said the Institute tracked him to the glowing sea, but that seems crazy. A madman would think twice about going there. That's why he's there. To make the Institute think twice about following him. That must be it. He's using the radiation in the glowing sea like a shield or a cloak, a way to throw them off and be at an advantage. If Virgil found a way to survive there, you'll have to do the same, if you're going to follow him. Oh, I'm going in naked. Fingers crossed I get superpowers. I know you're joking, but as a doctor, I feel obligated to remind you that unprotected radioactive exposure will only kill you. Dead. D-E-A-D. So be sure you find a way to get through there with your life intact. And good luck. By the way, I unplugged Mr. Valentine first. Removed the implant while you were waking up. He's waiting for you upstairs. Вот это интересно. Смотрите, как интересно-то, а, все. У нас продолжается с вами, ребят. Ну что, с мистером Валентайном мы поговорим с вами в следующий раз.
на следующем стриме, либо на следующем видео, которое вы будете видеть на YouTube. Пока же хочу еще раз всем напомнить на YouTube пару вещей. Первое, что все продолжения стримов, продолжение прохождения Fallout осталось вроде как бы еще немного, да? Оно будет выложено на второй канал YouTube, где я выкладываю вообще обычно летсплеи. Но что-то как-то долго выкладывал почему-то Fallout именно на основной канал, поэтому не забудьте, в описании будет ссылочка. Обязательно подпишитесь на второй канал и смотрите продолжение уже там. И второе, хочу всем напомнить и в прямом эфире, и на YouTube, то, что у нас проходит розыгрыш PlayStation 4, шикарнейших гарнитур от Plantronics и других ценных призов. И этот розыгрыш проходит среди всех покупателей нашего магазина. И также просто среди тех, кто сделает репост ВКонтакте. Те, кто будет подписываться на группу ВКонтакте и сделает репост, те получат возможность выиграть игровую приставку Hammy 4. Вся информация будет в описании к видео. Но если вы хотите посмотреть, можете прямо сейчас переходить на Gamers TV. Там на главном баннере вы увидите информацию о том, что нужно сделать, чтобы выиграть эти ценные призы. Все очень просто и честно, друзья. Мы не разыгрываем никакие там BMW и другие вещи за $1000. У нас все немножко попроще. Вот, наконец-то все удалось согласовать со спонсорами. Ну что, те, кто смотрел меня на YouTube, в повторе встретимся уже на другом канале с прохождением Fallout.